Представители избирательных комиссий делают адресный обход жителей муниципалитета для того, чтобы напомнить гражданам о предстоящих выборах на пост президента России, сообщить о способах голосования и адресах избирательных участков. У нас жизнь, как белка в колесе, да, работа, дом, дети, школа. И если честно, выпадает из головы. И когда вот люди ходят, информируют, напоминают, это немножко отложится. И я, если честно, забыла. И вот вы сегодня пришли, проинформировали меня. Кроме того, члены избирательных комиссий задают вопросы о предстоящих выборах через специальное приложение в смартфоне. Выборы президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. Скажите, вы будете голосовать? Обязательно? Обязательно, хорошо. Скажите, пожалуйста, каким способом вам удобнее голосовать на избирательном участке? Это 7-я школа. На избирательном участке, да, вариант А. Если к вам в дверь позвонили и представились работникам избирательной комиссии, не удивляйтесь. Узнать их можно по специальной форме. Он имеет специальную куртку, да, с логотипами. Вот, есть именное удостоверение, бейджик. И синяя сумка через плечо, на которой есть логотип «Выборы президента России». Напомним, что такое информирование граждан по всей стране продлится до 7 марта. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, «Видное ТВ».